Раньше были повороты, а сегодня тупики. Музыканты знали ноты, а поклонники стихи. Каждый мог о смысле жизни хоть чего-нибудь сказать. И детей на свет не стыдно. Было все еще рожать. Старики тогда ворчали точно так же, как теперь. Для любви и для печали, для страданий и потерь. Было поводов не меньше или пищи для ума. И надежда безнадежна, было тягостно весьма. Жаль, что точно не измерить и не взвесить, не понять, что такое значит верить, что приходится принять с оговорками и без, в чем упадок, в чем прогресс. Что в итоге и на круг, пусть не слишком скрупулезно, я исследовал недуг под названием то ли время, то ли просто наша жизнь. Чтобы быть немного в теме, раз уж здесь мы собрались. Раньше были повороты, кто-то пел про поворот, но понять нам было, кто ты и чего он там несет. Было даже и не проще, чем, быть может, и теперь. Просто были наши мощи, не познавшими потерь, не изведавшими страхов и не вставшими на круг поведения итогов, кто на враг был. Друг еще не умер, просто быть им перестал. И не то, чтоб даже другом, а вообще ничем не стал. Подававшему надежды стало нечего подать, нечем то, что было прежде, стало с нынешним связать. И о бывшем ли я друге, или много о чем? Я подумал на досуге, оставаясь ни при чем.